Иваныч, блядь, друг, днем рождения тебе. А ты думал, мы забыли, наверное? С первыми лучами солнца. С первыми лучами солнца. Когда солнце горит, я уже на ногах был. Мы поздравим тебя с днем рождения. Кофе мне. Вот, Иваныч. Кстати, блядь. Иваныч, на плитке все кипятится, только для твоего луча. Иванычу подарок привез. Ужас. Кофеман же знатный. Вот купил ему наконец настоящий кофе. Ну как, я думаю, что это настоящий. Ну, во всяком случае, я такой нет, не пробовал. Вот такая вот машина, как она. Сейчас прочитаю. Вот. Гейзерная кофеварка. Биолетти. 6 порций. Сейчас Иванычу подарю, я думаю, ему очень понравится. Иваныч, друг, я давно хотел тебе подарок этот подарить. Да, я, блин, ходил все вокруг да около, думаю, блин, не забрали бы, один единственный остался в магазине. На, даже наконец-то тебе подарил. Кофеварка. Что это такое? А, кофеварка? Гейзерная какая-то, а вот два вида кофе. Ну, один ароматный, другой там классический. Это вот. А это Витя передал пиво, сало, самогон, кофе. Так что будет у тебя сало и самогон еще. Она на электричестве или бывает, друг? Или на газе? Нет, это газовая. Иди сейчас и делай. Сейчас я сначала попью. А, нет, ну как мне вот объяснили, вот он сюда. Водичка наливается до вот этого клапана. Вот, до него. Ну, не, чтобы не это. Короче, чтобы он туда не тонул в нем. Воронка такая. А сюда кофе высыпается по риску. И все. И будет у нас кофе теперь. Вареный. Вот так. Красота среди бегущих. Трезвых нет, я отстаю. Давай попробуем продавать его. Сейчас надо. Да не, давай сначала сделаем, как русские люди. Сначала сломаем, потом инструкцию. Потом инструкцию достанем вот такие. Почему неправильно сделать? Вот действительность, да? Иван Иванович, ты подарок. Это Иван чай, короче. А где мед, блядь? Ты мед обещаешь уже третий день, блядь. С утречка, блядь, ящик. Тепленький, говорит, с кружки будем пить. Подписан, короче, меда до... Очень много. Очень много меда. Вот там иди, короче, они будут счастливы сейчас тебя там видеть. С ложкой. А, блин. Как он пахнет, Иван, понюхай вот. Просто... Сейчас за балда кружим, нахуй, по-любому. Такой хороший. Ну-ка, да. Дюня, я тогда уезжал, ну, собственно, она чистая, не сильно сливочный. Вот это, типа, ну, как это капучино. Не капучино, а ну, латте, латте там, знаешь, что-то такое. Да. Экспресса, короче, будет сейчас. Я вот не пойму, это вот чистоганом надо пить или... Конечно. А там написано 6 порций. Ну, на 6 порций. Да, и порции кофе, блядь, то по сути. Не как у нас? Конечно, нет, нахуй. Вот это кружками никто никогда и не пьет, нахуй. Рюмками, нахуй. Ну. Не, ну на 3 глотка обычно. Чик-чик. А на индукции тоже трёт, блядь. Давай развернем его. Так ты что, в космос, Костя, сейчас? Давай сейчас полетим. Гидца отца или как там ты говоришь? Нет, тут как будто ты, блядь, это... Опа! Ты как будто КамАЗ, говоришь, давай разберем. А он там, там же все равно этот, как его? Чек же. Ну, если не рабочий. Иваныч, что, говорит, можешь инструкцию почитай. Сука, спички от царя. Ё-моё, что они не могут помыть эту плиту, блин? А что они так привыкли? еще Иваныч, как ты, Варочка? А он откуда еще Иван? Не пробовал. Не пробовал еще. Ну-ка, эту поднять. Сколько там вообще его, блядь? Столько же? Вся вода здесь вроде. Угу. Потом да откроем. Знает, не знаю, в чем еще, конечно. Пробки. Че, наливай? Говорит, давай сначала инструкцию почитаем. Ну-ка, разверни ее. Еще и таким мелким шрифтом, блядь. Вообще бы кофе не пили с такими инструкциями. Так ты переверни, там же еще надо дочитать. А, там же, да, начали. Как раз к Новому году первая чашечка заварится. А свернута вот такая, да, была, квадратик такой. Ну и че вы? Что у вас отъехала подруга ваша, а? Не знаете? Прямо в наш приезд как-то так. Кончина ее была. Вы смотрите, держитесь, скоро зима. А вы что не несетесь? Перышки вон все свеженькие у вас, беленькие. Все полиняло такое. Конечно, свинарник тут такой. У Володи не было такого с Костей. Андрюха что-то совсем не такой. По чистоплотности человек. Все засрано. Не убирается тут, конечно, ничего. Все перевернуто. Ну, говорит, уезжать не хочу. Но придется приучиться ему к порядку. А иначе придется выезжать. Потому что срач тут нам не нужен. Сейчас покажу дверь, какую вкатили. Вот она, красавица. Я делал этой стороной, думал, вовнутрь. А что-то так поставили вовнутрь. Будет вот этой обожженной стороной. Ничего страшного. Так, мне кажется, тоже красиво. Да? Под этой буквой Зорро. Мне там писали Зорро, Зорро. Я думаю, что за Зорро? Потом догадался, что это про вот эти вот деревяшки. Она такая с углублениями все под старину. Все, Иваныч свой аппарат убрал. На время, чтобы его никто не трогал. Здесь броширование делал, чтобы вот эти вот этот рисунок ярче выделялся. Короче, офигенная дверь с кедра, тяжелая, отличная. Иваныч тут затеял крыльцо делать. Это как раз те минуты, когда можно поснимать. Мужики на рыбалку пошли, когда они тут находятся. У нас музыка тут на всю громкость играет. Не поснимаешь нифига. Сейчас вот можно. А я вот сегодня готовлю праздничный стол. Вот. Да как готовлю? Вот замариновал все. Курицы. Да там мяско. Привезли шею опять. И окорок кусок. Шея, кажется, 2 раза дороже стоит в магазине, чем окорок. А это вот на солянку бульон курицы там варится. На двоечке. Костян у нас решил отдохнуть, говорит, 40 минут мне надо, 40 минут. И пойдем, говорит, к пчелкам. Ну, посмотрим, как мы к пчелкам пойдем. Мне надо тут огурчик сорвать. Есть тут они вообще? Огурчики эти. А, вон есть маленькие. Милый большой. Он оторвался даже. Ой, нихера себе, огурец какой висит. О. Это будет хватит. Огурец. Одинокая женщина. Я делаю самую вкусную шаурму. Таежную называется. Шаурма таежная. Не знаем, что тут сейчас получится. Лаваш такой, не очень. Андрюх, поставь эту сковородку, а, на огонь. Масло не наливай. А, блин, надо же было сразу еще и низ смазывать это. Соус кефирный, как у Обломова. Обломов. По-любому его все смотрели. Иван Иваныч, вы готовы отведать вкуснейшей таежной шаурмы? Сейчас 5 минут и будет готово. Неплохо было бы, да? И вам, как имениннику, сегодня самые лакомые куски будут посвящены. Ну да, ее надо припечь на сковороде, чтобы это запечаталось, так сказать. Так, ну лучка тогда еще чуть-чуть. Надо было красное, я его не нашел где-то. Может, привезли его? Там при головке. Ну вот, я так, для этих. Лаваш у нас брал. Не свежий был, ломался, так что не получилось закрутить его, чтобы снизу дно было. Тут как-то придерживай и отсюда кусай. Ага. День рождения только раз был. Сейчас остальное я попробую на гриле, не на сковороде. Че, сочное? А, божественно. Божественно? Отлично. Ой. Ну еще сейчас рыбаки придут, надо им сделать. И мясо жарить. Помощник пчеловода что-то это попросился на 40 минут покоя, и уже часа два, наверное, может 3 хрючит. Перегар там капец. Перегар, ну это вот выходят вот эти вот ништяки егошние, деревенские. Тут похмелился чуть-чуть, ну вчера он как бы немного. А? Так он и не спал, наверное, нифига ночью. Ну, я утром такой выхожу, смотрю, он в кресле такой, тут спит как-то непонятно, тут ноги сюда, укутаны весь. А что, там места не было, что ли, в бараке? Да не, просто надо же просто постелить там все. А, ну да. Слышишь, они у нас как будто туристы на это, ну, приехали за атмосферой, так сказать. Идите жрать, типа. Я Андрюху отправил, говорю, идите это. Иди позови, сейчас что жрать готовишь, сейчас все остынет. Андрюх, как ты им сказал? В смысле? Ну ты им пришел, что сказал? Пойдемте жрать? И дайте там корм уже насыпать. Ну гафу, хмырь! Чего вы так долго? Что, понравилось? Что, клевало? Пашет Лёва, я хуйня, потихо, он наловил нам. Гена опять не черного. Лобус вообще король. Эту ебалу наебашила. А? Пират, он же давно уже убежал. Еще по зиме. Опять, наверное, у тех золотарей там. Там техника тарахтит. Ну, чего, тоже? Есть что? О, у тебя покрупнее. Это, а Игорьич молодец, смотри, у него на это. Так у меня и удочка подлиннее, блин. Куда ходили? Они никуда не ходили, наверное, да? Там же стояли. Не, я лучше поднялся. Никуда вообще не ходили. Видишь, молодцы. Нахуй надо куда-то идти. Они надо. Там же были, а я чуть повыше. А, повыше. А это точилка специально? Да. Вот нам ножи, кстати, прислали, потом покажу. Самура. Дорогие, капец. Ну, нам просто люди присылают только вещи на обзор. Только Самурай? Нет, Самура. DI. Последний. Блядь, увидел, да нет, кровище в рыбе, ебать. Нет. Самурай. Самура. Ну тут он еще, он знак товарный, Р-ка это стоит. Это все. Это ножи? Не-не-не. Что, даже лучше, чем мой, что ли? Да, даже не поверю, лучше, чем твой. Да как бритва, как этот, как скальпель режет. Ну, единственное, вот сколько он заточку он продержит. Посмотрим. Че, готовлю я тогда? Иван Иваныч, ну что ты хоть бы рюмку налил? Ну уже, блядь, за свое здоровье. Хоть бы налил, да? Красавец, блядь, смотри, наворочек. Сука, ну если она и вот она, вот она. Сегодня вообще... Так это удочка Володина просто, вся снасть таежная, настроенная. У него рука длинная, у него хоть маленькая. Он на 1,5 метра все это лески, он вот так, знаешь, чикнул. Я Ваньке только рассказывал, говорю, кидает вообще непонятно, ни один рыбак так не кидает, там, вот просто под ноги куда-то, знаешь, как в озеро, смотрю, тынь клюнет. Ну, в смысле, сбоку стоит, вот мы сквозь вот так по течению своему. Я на корягу залез, промес коряг, пуням, туням, пынь, нахуй. Ну, как на зимнюю, получается. Стой, 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 Костя, это не надо есть, я сейчас сделаю, все, это заготовки, успокойся. Ты что, налетел такой? Да, Костя, блин. Самая вкусная шаурма в твоей жизни. Да. Снизу надо держать. Угу. Лаваш херовый у нас. Ну, такой. Шаурма за бата. О, Игорь, какая чудесная шаурма. Приехать надо это. Ларек открывать надо. Не, не надо. Вкусный соус. Угу. Ну все, не зря его тут 2 раза делал. Взяли тарелку, помыли, короче. Думали. Не, да, надо стоя. Игорь, сделать тебе? Конечно. А я вот с утра вот только стакан воды, короче, всосал, Ваньки сделал. И, ну, а там шаурмы, ой, этой лаваша мало. Смотри, какая красивая получилась. Шаурмень. Это третья. Это третья. Так, кладем ее сюда. Закрываем. Ой, тихо, 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 тихо. Закрываем. И тут тоже закрыто. Все. Вода в стеклопакете, как вот попала. Да, они Ваньку просят накатить. Ну всего же одну рюмочку просили. Идите сюда, где вы теперь? Попрятались теперь противные твари. Одну рюмочку я же выпил. Где же вы теперь все? Это на Новый год он, да, пришел или куда-то в гости нас? Петухов не успел. Не, вчера как начали реветь, да, братан, здесь? То я, то Гена. Че, Андреевич, давай. Сейчас он таблеток наестся, нахуй. А что ты там за таблетки жуешь? Бери, Гена. Да тебе-то че, блядь? Давай, Иван, Иван. Не-не, это ю... Название краснодарской. Краснодарской. Да не-не, это передал Юра, ну, который смотрит, дядька нас. Он передал. Это вообще на винограде сделано. Ну, вино, как я понял, и он перегнал вино виноградное. Ну что началось? Их постоянно все забывают. Их Вова только одевал, и все. А я вот сколько хотел, забывал. Кажется, блядь, горнолыжный одень, блядь, да? Да не, все равно антибликовый. Ну-ка, отведайте, братцы. Уже шашлык. Да, она быстро в ней готовится, капец. На. Блин, Ванька, давай твое здоровье, чтобы оно у тебя не кончалось никогда. Это, короче, здорово, что ты сюда приехал когда-то. Ты мне как старшим братом, что ли, стал? Давайте, ладно. Геннадий Анатольевич. Ну-ка, давайте. Ну, знаете, делайте. Что? Давай. Я-то не пью 2,5 года уже. Да, я знаю. После каждой пьянки это слышу. Ну, вашей. Ну, нашей-то. Вот куда опять этот помощник пчеловода пошел? Да, Максиму Игорьичу камеру. Не успевает бегать пока туда-сюда. Вот у нас такой проем под окно получился. Хорошая бойница. Да, Иван Иваныч? Я говорю, хорошая бойница. Ваньке пришлось опять поднимать тут. Сколько? Сантиметра на 3, да, наверное? 2 дюймовки. Ну вот, опять ушел у нас угол. Ну чего к тебе все бабы пристают? Ваня, 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 Ваня. Покажи им, пусть попляшут, попоют. Все, пошли к пчелам. Готов? Вот такие вот у нас пчеловоды. Ты пчела, я пчеловод. Сегодня будем пить чай с медом. И просто будем пить сегодня. Если, конечно, не сдохнем. Это он бежит на... Это, кстати, вот для тех, кто не знает, разминка перед медогонкой. Перед тем, как жуликом пойти. Да, вот вы, уважаемые телезрители, думаете это. Мед как-то по-другому добывался. Все пасечники делают сначала вот это, а потом уже идут вон туда. Есть ты место. Вот начинается процесс вскрытия рамок. Алкаши пришли, называется. Хорошо закрытые. Нет, плохо закрыто. С моей стороны хорошо. А, с твоей хорошо? Да. А с этой нет. С моей стороны четко забиваем. Нет, тут еще запечатывают. Так, что-то пчелки начинают нервничать. По-моему, они нас заподозрили. Нет, это еще не нервничают, да. Нет, плохо запечатано. Нам тут новую машинку прислали для снятия этого забруса, или как он, крышечек этих. Вот Иваныч тестирует. Вроде как греть не надо. Это вот Коля посоветовал нам такую штуковину. Это, она нафиг не нужна. Зачем ты ее сюда? Ты ее вообще просто без него. А потом мы переделаем. Да, вот так. А эти-то открыты, Вань. Кто? Они же не запечатаны. Где запечатаны, открываю. Че, Иваныч, нормально снимает? Да, лучше, чем ножом, конечно. Лучше, да? Ну, хули она слой ровный срезает. Медогонку, Костян, давай готовь. Так, цвет нахуй. Сегодня справимся, ее отодвинули. А? Ее отодвинули. Ну что, она стоит, что нормально? Она нормально, но... Значит, все тут стоит. Игорьич, тебе что, интересно? Ну, конечно. Я тоже снимаю. А, тоже? Тоже. Иваныч, неудобно, да? Одна рука делает. Да, он просто правой рукой делает, поэтому неудобно. Не знаю, я сейчас попробую, но мне что-то кажется ножом половчее, нет? Знаю, вроде это лучше. Ножом, видишь, надо тренироваться. А это черный стеклопакет разобрал, вода в котором. И не можем понять, где она там у нас, куда, как забежала туда. Все, нашли течь. Течь на корабле нашли. А зимой, прикинь, это же все промерзнет, е-мое. Да ну ты что? Не, ну влагу если не убрать, вот так. Сейчас надо, подожди, вот так. Ага, в эту сторону, не сильно, начинай не сильно разматывать. Чтобы они распрямились рамки сами по себе. Да, вот так, сейчас. Я тебе помнишь, когда в ролике говорил, запах оттуда пойдет? Вот, сейчас почуешь его. Сейчас. Если Костин и наш перегар не перебьет его, как бы. Сейчас можешь подавать оборотики подавай, выгоняй с него, выгоняй, подавай. Чувствуешь запах этот? Можно сильнее, да? Не, не надо много, сильно. Не сильно, но вот так вот, чтобы мед выгонял, чтобы выталкивал. Ну понятно, центробежная сила. Да. Я сам-то первый год этой комиссии занимаюсь, но уже чуть-чуть хоть покачал бизнес. Так, нам сейчас с одной стороны чуть-чуть выгнать и потом перевернуть, потому что может сломать сопли. Ну, вроде как, так я сам не знаю, мне некуда. Запах идет сильно такой медом, витаминный такой сладкий. Ну, это липовый мед как пахнет. Я вот был в Приморье, у них липовый мед продается, он как вода, знаешь, такой. Вот, и вот, ну, они говорят, липовый мед должен быть, типа, это вот Никита, вот наш кореш. И вот он говорит, у нас липовый мед, типа он жидкий, а я привез с собой баночку, ну вот, которую качали, а он прям густой такой, знаешь, как крем такой прям. Я говорю, да вот же липовый мед. Не, у нас он жидкий, у них правда жидкий мед прям такой. Все, давай перевернем. Вы прямо? Ну давай там по указательной, доходишь до Фортовой, сворачиваешь по Харюзовой. И на Тайменной, короче, начинаешь рыбачить. Мы там будем вас ждать. А мы с этой стороны зайдем сейчас. Пойдем, кореш. Они сейчас оттуда пойдут, мы оттуда. Ну, чики ножи, короче, под рыбу. А что у тебя в тазике? Это прикормка. А, рыбу приманить? Прикормка. Сейчас два... Рыбака подканают. Вот. Мы подходим к речке. Значит, в общем, схема такая. Это закуска. А там идет банда ребят в отпуске. Ох, сейчас они набегут на эту закуску. А у нас еще самогонка есть с собой. Сейчас я тут пройду. Так, я, наверное, даже тут пройду с такой-то закуской. Конечно, я даже здесь могу пройти. Блин, как вода упала. Мужик какой-то. Добрый вечер. Вечер добрый. Вы никак на вечерний клев подтягиваетесь? Ага. А вы оттуда? А, я оттуда, собственно, тоже вечерний клев решил здесь подождать. Вот сейчас и проверим. Быстрее, раскупориваем снасти. Че ты, братан, натянешь эту? Как ее? Тряпку. Блин, зацепился. Загон произошел удачно. Самцы пришли. Пальмуха тоже в коллективе. Сейчас делаем. Сейчас еще мамка. Оп, давай, видишь, я тебе говорю, мамка сейчас. Мамка, бабка. Сейчас... О, это леночек, что ли? Леночек. Слышь, мы сегодня до Ивана день рождения, без именинника отмечаем. Ну да. Тарочка, иди сюда. Иди, моя девочка, иди, иди. Тара, а эти все за нее, да? Ты за нее, да? Ты за Тару. И ты, Злата, за нее. Тара, иди сюда. Так, ну что, кормильцы? Где рыба? Мы вообще на вечерний клев сюда пошли. Как говорит друг Костя, рыбалка это такая хуйня, что может пернуть, может нет. Вот сейчас не пернуло нихуя. А вот сейчас дня пернуло, но ловить нет. Ты все отсюда выловил? Да. В трех ямах. Геннадий Анатольевич, ну-ка покажите рыбу, что пацаны поймали, вот пока дошли. Ну и тут пока стоим. Вот в этом. Вот в этом. Пожалуйста. И вот в этом. Вот так. Но в одном дно скрыло, в другом нет. Один больше, другой нет. Вываливайте кости сюда. А, это зайчик тоже. Перник, а те, кто работал, еще больше всех. Кормилец идет наш. Ну что, Игорь, поймал? Не, сломал удочку, не пернула она. Сломал удочку, блядь. Я с этой удочкой по всем, блядь, речкам Дальнего Востока. Нахуй я ее взял. Лучше бы со своей малышкой пошел, там нигде не цеплялась, блядь. Ты что, зацепился, что ли? Зацепился, полез отцеплять нахуй. Хрустнул он. Даже и силу-то шибко не прикладывал. Да как можно сделать ее? Да для тебя силу не прикладывать, это для меня, чтобы потеть, блядь, полчаса, блядь. Ты, сука, здоровый. Нельзя ее. Ну как ты ее сейчас сделаешь? Такая удочка, а, ё-моё. Как такая, она сразу сломалась. В смысле сразу сломалась? Я столько тайменей на нее вытащил. Знаешь, сколько? Ни одного. Ну а чё же она тогда сломалась так, блядь? Бездарно, да? Да пиздец, блядь. Ну и чё, отрыбалился я. Максим Игорьич, блин. Без соли вообще, без ничего. Мне кажется, не готова. Она готова, белое мясо. Вкусно. Я первый раз пробую это. Игорьич, иди. Давай, давай. Геннадий Анатольевич, а у вас что вот сейчас брякает в рюкзаке? А? Посуда? Ну чтоб... Я носильщик для туристов. Чтоб не подкрадывались или что? You close your earthly story. Will you join them in their bliss? Will the circle be unbroken by and by? Константин Алексей, вы что делаете тут? порядок наложил. Устраняете, да, неполадки, которые вызваны бездорожьем? Я понял вас, я понял. Так, и как вы доехали? Без осложнений до нас? Не буксовали нигде? Комментируйте. А что окошко поставили? Что комментировать? Спрашиваете. У нас с утра неприятный инцидент произошел. Собаки нашли наш бульон в речке, перевернули и сытно покушали. Им приходится сейчас вот такой бульон варить. Сварили солянку на воде, как Константин Ивлев показывает. Говорит, варите солянку не на бульоне мясном, а на воде. Он прикалывается, что ли? А чего вы сидите-то там? Костя, тебе что, все херово так? Андрей, идите ешьте. Костяну мастерит такой короб для веялки рыбы, чтобы обветривалось там. Друга, сходи, а подлей жидкость есть, да? Там, да? Или покупаешь красную икру и на Новый год сразу ее, да, складываешь. А что ты сметану не кладешь, Костя? Что ты не по технологии-то, а? Что-то тебя третий день уже не отпускает это. Кондратий твой. Это все время пили потихоньку, потихоньку, нормально пили. Стафин Алексей соорудил такой короб. Не, короб это я давно сделал. Это как она? Пчел ловить. Ну а что, давай сейчас на шампуривать туда. Хоть наловил вам рыбы. Не говори. Ну ты маленько все равно ее так распрямляй брюхами. Ты не за глаз цепляешь, за губу? А ну что надо цеплять? Я не знаю, просто спроси. Ты маленько ее расщепеливай. Смотри, это сорвется, задни еще. Переживаете, а вы же сегодня домой, вы как, надеетесь пожрать ее еще приехать потом? Конечно. Да? За глаз-то она ловчее держится. За глаз, да. Вот тазик влетел у нас тут. Сейчас не знаем, что получится. Плотно, не плотно развешали. Ладно, короче, не доедем, придем пешком. Что это вы не доедете? Сплюнул бы, блядь, Костя. Все, день рождения кончилось. Все, мужики домой. Заезжайте к нам еще, ребята. Ну ты это, заходи, если что. Сюда-то вы передали, как сейчас задом будете ехать. О, блин, собаки сейчас за вами побегут, ё-моё. Поправить? Чувак, стой. Сейчас чару раздаешь. Я ее не люблю, но все равно. Гости уехали. Шлите. О, надо коз выпустить. Пусть пасутся. Тика, тика. Иди, Путя. Иди. А они пилу-то взяли? Что, едут или буксуют? Да говорит, везде на холостых ехал, нигде не газовал, ничего. Ну. И через сколько дней вы ее пили? Дня через 4. Так она играла еще, наверное. Голова болела? Губы вот так же нас перестала слышать. Ну она тяжеловатая. Она не доиграла, потому что. Ну торкала она, да? 4 дня для медовухи это вообще мало. Что тебе полегче? Что собаки? Конечно. Ты утром что-то вообще ходить не мог. У нас сегодня банный день. Я на речку пойду, донки поставлю. Да мордушу эту китайскую. Посмотреть, работает вообще она, нет? Так, ничего не забыл. У нас тут колесо переднее сдуло. Мы могли бы и без... Ну, на сдутом ехать, у нас резина такая, она нет. Форму, короче, сохраняет. Но нам надо за печкой ехать, и там подъем. И она вот, если будет проворачиваться, диск, внутри резины, то мы там не заедем в одном месте, даже с лебедкой, наверное. Попробовать сделать. Сейчас надо придумать, куда мордушу поставить, куда доночки. Я 2 доночки взял с собой, но одной сейчас пойду попробую половить на ямке, обловить ее. Тут вообще что-то мелко. Ладно. Вот вся рыба, что у нас поймана вот за эту поездку, вот процентов 70 вот с этой ямки, может процентов 60. Сейчас попробую здесь на мормышке порыбачить, а потом донку прокидаю. Если леночек стоит, возьмет на доночку. Вот сегодня удочку пришлось переделать. Максим нечаянно зацепился, сломал кончик удочки. Переделал. Я надеюсь, что-то из-за моей панамы видно. Первый заброс. И вот такой хорезочек неплохой. Вот на розовую, вот на эту. Вот только сегодня ее примотал. Нашел снасти. Они лежали там. Володя убирал. Кое-как их нашли. Сейчас попробую еще раз закинуть, чтобы не выключать камеру. Под деревом стояли вот под тем. Вот поклевка была. Ах ты, блин. Ну вот. Ну вот. Ладно, это надо мне палку сейчас выстругать. Сломать какую-нибудь. Вот я уже минут 10 ямку эту прокидываю. И вот один хариус только пойман, и все. И сейчас я, наверное, попробую на донку. На червя. Вот это же самое место. Посмотрим, какой будет результат. Сейчас было несколько поклевок, не знаю, может что-то и тишина, может там сидит зверь какой-то у меня. Ну-ка. Хорюзок. Хорюзок. Я так рассчитывал, что там леночек. И вот самое, блин, что плохое вот в ловле на доночку, что рыбка, конечно, заглатывает очень глубоко червя, и, ну, и отпустить ее уже не получится. Она себе повредила жабры. Вроде и крючок я здоровый поставил, а все равно небольшой хариус клюнул. Вот опять. О, а этот сразу отвалился. Ну, это еще пойдет. Все, съели червя. Я сегодня несколько червей раздобыл там под пнем. Все, ставлю донки. Пойду мыться, короче. Это. Тут вероятность, наверное, 99,9%, что здесь на этой донке будет только хариус висеть. Не дадут они подойти линку сюда. Не успеет, точнее, он сюда подойти. Все. Она сейчас уже, может, клюнет. Вот у меня еще есть закидушка вот такая. Я ее вот сейчас вот сюда в яму кину. И вот к этой вот ветке привяжусь, чтобы она амортизировала. И все. Такой метод еще у нас тут присутствует. Вот один червяк остался. Все, вот примотали. Я все во множественном числе говорю. Привычка такая. И все, если клюнет, она вот будет играть. Все, пойду мордушу эту закину. Первый раз она уже тут, наверное, месяца полтора-два на избе валяется. Вову просил ей воспользоваться как-нибудь. Вода здоровая была. Сейчас вода маленькая, можно куда-нибудь. Я вот не знаю, или на плес ее поставить, или куда. Наверное, на плес поставлю. Здесь рыбка играется на плесе. Наверное, будет так лучше. Мужики, вот такой вот вид имеет. Не знаю, поймается, чего не поймается. Ну, ничего страшного. Я много, кстати, видел в рекламе вот эту фигню. Ну, вот, знаете, всплывает постоянно на каких-нибудь сайтах. Раз смотришь, реклама вот рыболовецкой вот такой темы. И еще сетка такая, знаете, кидаешь, и она раскрывается. Не знаю, как она называется. Тоже хотел купить, но что-то жалко мне стало денег. И думаю, пойдет и мордуша вот эта. Это я вот хлеб в марлю замотал. Черный хлеб. чтоб сильно не развалился, и скотчем перемотал его. Там уже в речке установлю. Ну и веревку взял привязаться куда-нибудь, чтобы ее не утащила конь корягой. Хотя воды нету нифига, никуда ее не утащит. Что-то загибает прям. Течение-то вроде небольшое. Блин, камень что ли туда кинуть? Что-то утаскивает ее. Наверное, камушек я туда сейчас, чтобы притопить, какой-нибудь кинул. Пойдет? Пойдет. Чуть-чуть сместил, где течение меньше. Ну, пусть так, ну хлеб у меня что-то всплывает. Я не в пакет его, ничего. Вот в марлю только замотал, должен намокнуть был, утонуть. Ладно, посмотрим завтра, если что, переставлю. И с хлебом надо тоже камень, наверное, какой-то было завернуть, чтобы он на дно лег. Я, наверное, донку посмотрю перед уходом, а то уже, может, там и червяка нету. Или кто-нибудь сидит. Нет, никто там не сидит. И червяк там на месте. Златка убежала от меня. Сейчас уже с тобой стоять. Рыбу прячешь сразу. Кстати, я больше не поймал, как поставил морду. Так, ничего не попалось. Пару слов хотел сказать. Это Андрюша, вот такое, знаете, как сказать, тяжелый на подъем, что ли. Сейчас ему говорю, пойдем, говорю, может, там покажу речку. Он на речке ни разу не был, только тут живет. Говорю, как рыбачить покажу, как снасти там закидывать, как донки. Ой, а тут, типа, сейчас дела тут. И вот сел, и 3 кружки чая на моих глазах. Пока я удочку ремонтировал, выпил. Так что, такой он, конечно. Не перетруждается особо. Не как Вова. Вова, конечно, тяжело кого-то сравнить. Вова относился к этому месту как к дому своему. Этот так. Может, изменится как-то, может, отношение у него такое просто. Все, нажрались и помалкиваете. Жиган, тупишь, стоишь такой. А? Но эту фигню вносит, я ее там камнями придавлил. И хлеб что-то всплыл. А сейчас по-любому эти харюзня нацепляется, я ее только закидываю, харюз это, сидит. На червя? Ну, на червя. Ух ты, какой у него, что это, плащ? Не плащ, это пальто, полупальто. А, это Саня Лука передавал, да, Володьке? Да. Ну, снашивай теперь. Так, это, дай таз какой, или тазик. Да он рыбу почистили бы. Чуть-чуть похолодало, ни одной мухи нет. Ну и уксусом еще тут все облили же. Вялится рыбка. Вкусная будет.